такой нужный заказ. Волонтер о необходимости чистящих средств и подгузников. Друзья, хочет сказать хозяйка сельского мини-приюта Людмила Чернецкая, огромное спасибо всем за оказанную нам помощь. Благодаря вам мы смогли купить немного корма, крупы и, как всегда, белизна и бумага. Без этого в нашем приюте никак. Полы моются постоянно, тряпки, подстилки от наших инвалидов стираются ежедневно. И выполоскать их без белизны просто-напросто невозможно. Это хорошее средство, которое и чистит, и убивает запах. Также пришел заказ подгузников для наших Степашки и дружка. С этим у нас вообще беда в приюте, по сути. Памперсов уходит много, стоят они дорого, но без них было бы совсем, ну, все плохо. Стирать это все невозможно. Жизнь стала очень сложной. Возможно, Людмила Чернецкая просто уже устала от всех проблем, которые никак не получается решать. Спасибо вам от всего сердца за то, что вы нас поддерживаете. Без вашей помощи приюту просто не выжить. Корма нужны постоянно, мягкий, сухой, для котиков и собачек, а также уринарий для больных котиков и ренал для собачек, мишки и нашей дамы. Очень нужны подгузники и пеленки, а также моющие, чистящие средства. То, что купили, хватит нам совсем не намного, поэтому надо уже готовиться к следующей закупке. Большое спасибо, что есть посылочки от друзей, благодаря которым нам легче выживать и выжить от закупки до закупки. Друзья, мира всем, здоровья и добра. Спасибо большое, что вы у нас есть. Всегда выручает и поддерживает. Приют снова пришла посылочка от чудесного человека. От всей души хочет хозяйка сельского мини-приюта Людмила Чернецкая поблагодарить дорогую нашу Елену за бесценную помощь для наших хвостиков. Сегодня получили от этого замечательного человека посылочки. Нам, как всегда, просто великолепные подарки. В наше трудное время жизнь становится все сложнее и сложнее. Животных много, и без помощи друзей выжить было бы просто невозможно. Елена уже не первый раз нас выручает и нам помогает. Собственно, те, кто активно следит за нашим блогом и постами Людмилы Чернецкой, знают и видят это. Дорогая Елена, от чистого сердца огромное вам спасибо за вашу заботу и внимание. Спасибо всем, кто не забывает этот приют. Отдельное спасибо за посылочки.